Всем привет, здоров, мороз на проводе. Короче, сейчас приехали масло менять. Смотрите, в коронавирус, как масло меняет. Сидишь в машине. И вон идет лайвстрим, у тебя масло стекает под низом. Вот. Даже с машины нельзя влазить. И ждешь, пока поменяют тебе масло. Прикольно, первый раз. Раньше надо было выходить с машины и на улицу ждать. Вон написано, что заполнили масло мне. 5230 Helux Ultra EC 3. Потом еще Dichtung проверят. Фильтры поменяли новых. Да, вон еще он приехал, и там он, не знаю, видно, он не видно. Там он. На Audi меняет масло. Мы сейчас подзаправим самолет. И вот этот сервис, где меняли мы на масло. МакЭль. В пандемии сейчас очень-очень удобно. Заплатили мы 105 евро, да? Ну, сейчас, конечно, саму было бы дешевле. Ну, очень удобно, быстро сейчас. Буквально заняло все на 15 минут. Поменяли масло, показали. Все как надо сделали. Вот в таких вот намордниках надо нам ходить. У нас принято в Германии ЕПП-2. Так что ФПП-2. Так что вот масло поменяли сейчас. Заправимся. И все, машинка готова. К бою. Приятного просмотра. Пока-пока.